Куда же я пропадал? Ну, если коротко, пятерка. Санина, очко, леду. Вот именно из-за этого мой канал забанили на неделю. И да, у меня теперь есть второй канал, где я буду выставлять всякую пара, или же просто запасной аккаунт на случай, если меня снова забанят. Ладно, насчет пятерки. Очень грустно, что я пожертвовал баном своего канала на буквально ничего. Он не послушал мой диск нигде. Ни на стриме, ни без стрима. Но знаете, как в том меме, когда мама не сшила штаны из березовой коры, и теперь потеет попа и кусают комары. Но меня все еще можно встретить в тесте «Лучший дис на 5 Опка and Melch Here». Ну что же, посмотрим, что там такого крутого было, что даже на меня не хватило времени. Как говорится, не стоило кусать руку, которую тебя кормила. К чему это тут? Эу, это дис от рокерского школьника. Ты хотел делать флаг России из своих волос, но получился на флаг Венесуэлы. Пятерка, и ты похудел, твоя душа опустела. А теперь... Да, ну это достойно. Нехай бомбашка шарит за Гавайи. Столько шума навела, она поймала хай. Сине-бело-красная башка, ты чё из Франции? Леди Баг и супер кот в аху от этой грации. Голова сияет ярко, ты что из RGB? Свой образ видел полностью с Cardi B. Это полный пиздец. Вообще пятерка, Олк, зачем ты на него подписался? Дис на пятерку, йоу! Ты никто, закрой свою ебу, я сломаю тебе жопу, потому что ни за что. Ты никто, закрой свою ебу, я сломаю тебе жопу, потому что ни за что. И нет, тут реально были хорошие работы, даже отличные. Джак Слуни, вы гений! Но... Тут просто сотни кала, в буквальном смысле, я не могу уже это слушать. У меня, чтобы пройти этот тест, ушло полчаса. Говно. Говно. Гов... Что? Это же легендарный Дисэвла! Ладно, если серьезно, мне уже давно пофиг на этот конкурс. И пятерка, ты все еще мой кумир. И жалко, конечно, что он даже не заметил мой дис. Но хей, я далеко не на последнем месте в топе лучших дизов. 55-е место вам о чем-то говорит? Что же, можно подвести итоги. А итоги такие. Подписывайтесь на мой второй канал. Хотелось бы еще отдельно упомянуть дис от в скобочках Славы Мерлоу. Чел реально прикольно сделал, качает. Жаль, конечно, что его на стриме тоже не было. Пятерка, реально, иди нахуй. Ты мне больше не друг. Что? Уксус сделал дис на пятерку?